Казахстанские шахтеры массово уезжают в Россию, потому что там они могут раньше выйти на пенсию. Об этом сегодня в ходе 8-го международного горно-металлургического конгресса заявил генеральный директор ArcelorMittal Темиртау Парамжит Калан. Он отметил острую нехватку квалифицированных кадров. По его словам, сегодня обучение по 80% профессий, которые необходимы для ГМК, не проводится в казахстанских колледжах и вузах. Еще одной причиной дефицита специалистов генеральный директор ArcelorMittal назвал отток профессионалов. Поэтому он предложил пересмотреть возрастной ценз для выхода на пенсию в Казахстане для горняков и металлургов. Многие люди уезжают из страны в другие страны, потому что они чувствуют, что там условия работы лучше. Например, пенсионный возраст в Казахстане 63, а в России 54 для сотрудников горнодобывающего комплекса. То есть они просто уезжают в Россию, потому что они чувствуют, что они могут выйти на пенсию даже в 45 лет и выйти на другую работу и повысить свое образование.